Пятый курс, с одной стороны, особенный, с другой стороны, продолжение всех предыдущих. С каждым новым курсом мы набираем наших возможностей. Сейчас этот курс будет оснащен и живыми операциями, которые будут транслироваться из разных клиник и Москвы, и Санкт-Петербурга, из Подмосковья. Важнейшей частью будет то, что к нам приезжают известнейшие люди, просто европейские имена по проблеме критической ишемии нижних конечностей. Название КИНК, оно означает критическая ишемия нижних конечностей, ну и означает, что мы связываем с различными проблемами, будь то сахарный диабет, который приводит к потере ног у наших пациентов, будь то атеросклероз, или оба этих заболевания вместе у пожилых пациентов. А наша задача – объединить усилия не только специалистов эндоваскулярной или сосудистой хирургии. Здесь важны усилия и будут присутствовать специалисты в области ангиологии, которые изучают уровень свертываемости крови, состояние сосудистой стенки. Здесь будут присутствовать диагносты, которые изучают кровоток по сосудам, ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, ангиографию сосудов. Конечно, здесь будут и хирурги, которым приходится сталкиваться уже с далеко зашедшими формами, когда страдают не только кожные покровы, не только сосуды, но и мышцы, кости, развиваются некрозы, просто возникает необходимость ампутации. Но наши совместные усилия объединяются для того, чтобы максимально уберечь наших пациентов от ампутаций. Главная наша задача – вовремя выявить заболевание сосудов. Мы приглашаем лекторов из области сосудистой хирургии, ангиологии, различных аспектов или, как теперь принято говорить, модальностей лучевой диагностики, ультразвук, ангиография, КТ, МР. Мы приглашаем специалистов рентгенэндоваскулярной хирургии, которые малоинвазивным доступом могут восстанавливать просвет сосудистого русла, восстанавливать кровоток в артериях нижних конечностей. Мы приглашаем не только лекторов, мы приглашаем учиться, мы приглашаем молодых врачей для того, чтобы они смогли понять перспективы и возможности по оказанию помощи нашим пациентам. Мы хотели бы убедиться вместе с нашими молодыми коллегами и показать им возможности, что мы можем восстанавливать способность активно двигаться и жить самостоятельно, не только обслуживая себя, а просто полноценной жизнью пациентов, частично потерявших нижние конечности. Наверное, наиболее ярким примером, как сам пациент может страдать от подобного заболевания, является история болезни известнейшего актера в прошлом Паула Успекаева. Снимаясь в бестселлере «Белое солнце пустыни», он уже был пациентом без обеих нижних конечностей. И снимаясь на протезах, он проявлял просто чудеса силы воли, я бы даже сказал, личного героизма. В те годы, когда это происходило, не было таких методик. Мы просто не могли бы ему никак помочь. Сегодня и в актерском цеху, и у военных, у любого гражданского человека это может возникнуть. Мы знаем много примеров, когда сохраняется возможность не просто ходить, но активно работать у таких людей. Вместо того, чтобы полностью ампутировать, мы можем ограничиваться минимальными ампутациями с сохранением и опорной функции, и всей активности нашего пациента. Дорогие друзья, мы ждем вас в марте 2018 года на пятом курсе, посвященном диагностике и лечению критической ишемии нижних конечностей. КИНК 5. Для того, чтобы вы полноценно смогли там не только поучиться, но и получить баллы по системе непрерывного медицинского образования, было бы самым рациональным заранее зарегистрироваться на сайте нашего конгресса и таким образом получить статус участника. Мы ждем вас, мы рады будем всем, мы надеемся на плодотворную работу.